Двое. Голову дал. Видели на стене кровь? Но ему не прорегало. Круто. Опять в голову дал. Ну игра, ну что? Ну, на третью голову оно сработало. Вон, гляньте, попадание, видите? Пауки, блять. ППХ у него. А, это СТМ была. Все, я понял. Я все у СТМ к звуку не привыкнул. А у него звук такой громкий, как будто какой-то винтовки прям полноценный. Вот это с чем молодой? Реально алтын был? А, это, понятно, каска дедовская. Оказалось, алтын. Так. Короче, сделаем мы вот так. Вот так. Сюда, вот сюда. Пусть кидает, у меня там репортов этих уже, ибо не все сколько. Там еще один. Фонарик, конечно, от бедра стрелять такой себе. Вообще ничего не попал по нему. Так. Кого-то он пушил на выходе. Ну, в смысле, стрелял. Вероятно, на выходе есть человек. Так, кинем туда, посмотрим. Там, кстати, кровь на стене. Видели, да? Смотрите внимательно. Вот, видите кровь на стене? Кто-то за этими трубами, возможно, есть. А, он убил, типа. Все. Карта пустая. И воды, кстати, ноль. Ёлки-палки. Двое. Как там у вас на Твиче говорится? Клип в студию. Уже, может, проявила себя во всем. В чемпионатах каких-то киберспортивных. Что-то типа того. Ну, типа как HyperX. Не реклама, если что. То как бы ей просто можно довериться этой фирме и все. Уровни, кстати, хорошие. Вот реально в комнате сел. Дай дробовик.
42-й прятался. Понятно. Очень страшно, наверное. Да, убил, видите? Напоследок, так сказать, брызнул ему туда. Ну гляньте, левелы, блин. Нормальные уровни вообще, да? Пойдем залетим. Потому что как бы я не наигрался, я хочу еще, но... Просто Тарков говорит нет, понимаете? Че там, трое, блин? Ну, понятно. По рукам ему просто, бля. Бля, бежит челик к нам. Чел, не ходи сюда. По рукам настрелял, типа. Так, а вот этот с чем был? Который самый одетый у них, товарищ. А, РПК-ха, да? Он пойдет. А вот ему я вроде в башку попал, да? Хотя нет, я тоже всего же расстрелял. Видите, я ему трупер. Я его всего расстрелял, но трупера только 3 единички снял. Блин, даже смешно. Что это еще за оружие такое, да? Первому в голову, второму в голову. Плохой рез. Там уже фонарик стоял, видели? Вот там, на длине. Двое. Кидай, кидай эту флешку быстрее. Чат, что вы за оружие мне дали? Меня же забанят нахер. Чат. Меня же забанят, чат, что? Кто-то отдыхает. Ну, в смысле, от игр отдыхает, от стримов отдыхает, а так занимается важными делами более... Все там в порядке у вас, ребята? Так, глазки. Не слепит глазки вам там, не? Генри, ты злюка там сидит какая. Смотри на него. Мужчина, у вас там торчит что-то из-за угла. Там босс уровня остался с калашом.
Кто-то ко мне крадется, блин. Поверху бегает. Найс. Лежат курябчики. Сидят и сидят. Вон, шестые левелы сидят. Но вот этот самый у них такой должен быть. Это их как бы... Ну нет, восьмой. Просто одет хорошо, получше, чем они. Но то, что, конечно, они сидят все, вот это, конечно, да. Долго будут парни учиться играть в эту игру. С таким геймплеем. Что поделаешь. Такова игра. В итоге вот этот самый крупный оказался, 14 уровень. Так, а вот этот? Рашер меня прибежал рашить. Во! Колыбан вон, вот, кстати, тоже с кидром. Шарит молодой человек. Так. Вон он! Надо еды хоть немного набрать. Особенно вот тот, паренек, сделан, красава! Спасибо. Ни хрена, по-моему. Ладно. Чат. Чё ты, патрончики не взял на вал? Блять, еще один алтын и P90. Блин, капец, а? Как же, наверное, интересно ребятам играть. 671 по броне нанес. Жесть. Сибам. Там фулка опять. У него ратник. У чела ратник, парни. Это шестой класс брони с полной защитой шеи, живота, рук. Знаешь что, дружочек? На. Табурет. Табурет, блядь. Тебе интересно вот так играть на заводе, а? Я убил его только когда ему всю броню сломал в ноль. И каску ему, смотрите, наполовину просто почти стащил. Чтобы челоботы 100% нашли эту броню. И вы... И вынесли из рейда. Вот так сейчас положим сюда ее. Чтобы 100% у этого челика ничего не приехало. Все, а вот этих
Тут тоже кедр. Никак, к сожалению, не уместить. Сейчас там подруби радар. Окей. Нормально радар? Бля, пулка какая-то опять. Броня килы. М-ка, блять. Ух, я его расстрелял. Гляньте, броня вообще почти не коцанная. Кошмар, бля. Гриша. Сорян, Гриша. Погоди, это он? А, он оттуда, да, вылез? Все, это он, да. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.